Всем привет! Сегодня готовим ароматные мягкие булочки, тесто без яиц и молочных продуктов. Выпечка пышная и очень вкусная. 5 грамм сухих дрожжей смешиваем примерно с половиной сахара, заранее подготовленного для теста. Всего понадобится 20 грамм. Вливаем 300 миллилитров теплой воды, заранее подогретой до 36-40 градусов. Размешиваем, накроем, дадим постоять 5 минут. Снова размешаем. Добавим оставшийся сахар, 4 грамма соли и 60 миллилитров растительного масла, без запаха. Тщательно смешиваем и начинаем добавлять муку, просеивая через сито. После переходим на рабочую поверхность и замешиваем дальше, постепенно подсыпая муку. Потребуется 500-550 грамм. Месить необходимо хорошо, постепенно тесто будет липнуть меньше. В итоге оно остается мягким, держит форму и почти не липнет к рукам. Кладем в чашу, смазанную маслом, накрываем, оставляем в тепле на 1 час для подъема. Сегодня булочки будут с сахаром и корицей, можно сделать с маком или даже с луком. Смешиваем 50 грамм сахара и 1 чайную ложку молотой корицы. Подошедшее тесто выкладываем на стол, обминаем. Смотрите, какие появляются пузыри, оно даже пищит. Снова накроем на 5 минут, после этого нам будет его легче раскатывать. Раскатываем в прямоугольник размером 50 на 32, периодически подсыпая муку, чтобы тесто не липло к скалке. Толщина получается около 5-7 мм. Пласт теста немного смазываем растительным маслом, посыпаем сахаром с корицей. С двух сторон складываем тесто к середине. Снова немного смажем и складываем еще пополам, придавливая немного руками. Теперь делим тесто на 10 кусочков по 5 сантиметров. Слегка надавливая на середину, не разрезая, складываем и тянем за края. Немного скручиваем, а концы тщательно слепим. Получаются вот такие красивые булочки. На противне с пекарской бумагой оставляем на 10 минут. Булочки должны быть на расстоянии друг от друга. Они еще вырастут в 2 раза. Свободное тесто от начинки смазываем желтком. Печем при 190 градусах около 20 минут. Булочки готовы. Аромат и мягкость просто невероятная. Ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии и не забывайте подписываться. Пока!